Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на первом независимом ЗАП-ТВ. Спонсор прогноза погоды – оптика «Новый взгляд». Меняем старые очки на новые со скидкой 15%. Дополнить образ новыми очками просто. В салонах оптики «Новый взгляд» вы можете обменять свои старые очки на новые со скидкой 15%. Оптика «Новый взгляд». Очки и линзы, создающие образ. Телефоны 217-305 и МТС 131-13-88. 13 августа принято считать Международным днем левшей. Впервые данный праздник отметили в 1992 году. По данным статистики, от 3 до 10% населения нашей Земли – левши. Во вторник в Чите днем солнечно и до плюс 22. Ночью в Чите будет 10-12 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, до 1 метра в секунду. Берегите себя и друг друга. Увидимся на первом независимом ЗАП-ТВ.